Блин, чтобы такое здесь снять, а то опять 100 лет не снимаю ролики. Может быть, снять летсплей? Что ты, черт побери, такое несешь? 9 лайков или нет? Ну и вообще, интересно, там что с просмотрами, надо проверить. Нихера себе! 200 просмотров! Сам Лев, и сегодня я продолжаю играть на версии 1.13.1. Да, я как раз перешел на 1.13.1. Раньше я играл на 1.13, потому что не было 1.13.1. Да-да, не удивляйтесь. В принципе, ладно, да. Как бы сегодня я не буду никуда путешествовать, как в прошлой серии, да. В прошлой серии я путешествовал и заблудился. И вот есть. Давайте я, не знаю, сундуки заодно возьму, чтобы не путаться. То есть это из них иногда хорошие вещи выпадают. Плохо то, что я дом найти не могу. Это реально Майнкрафт без модов, поэтому... Все у меня честно, да. Нет, конечно. Стой, 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 долбанный Дервен, не надо, не надо, стой, 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 пожалуйста, не надо, стой, 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 стой. Давайте я сразу же возьму вот это, да. Я хотел на самом деле заснять какой-нибудь мини-жим, то есть сделать так, то есть два ролика будет о мини-гейме или прохождении карт, а потом летсплеи будут. Но летсплея давно не было, поэтому я решил как бы его заснять. Может быть, я теперь буду через один ролик делать летсплей, то есть следующий ролик будет какой-нибудь мини-жим или прохождение карты, а потом опять летсплей. В принципе, по лайкам я заметил то, что вам это реально очень нравится. То есть 10 лайков это много для моего канала. Для меня, да. Потому что когда-то я вообще не получал никакие лайки на старом канале. Да, у меня есть старый канал, да. Ссылку я на него кидать не буду. Ну, пока что точно не буду. Потому что там всякая дичь происходила. Лучше вам не знать. Хотя, в принципе, я уже показывал. Я уже показывал некоторые фрагменты, откуда, да. Ты сейчас угораешь, да? Угораешь. Здесь же, блядь, было сохранение! Сохранение, сука! Тут было! Какого хуя? Я не нажал просто вот так! Вот! Ты че, дурак, что ли? Некоторые, так сказать, ну, моменты, да. Хорошо, так, у меня есть еда, я ее переплавил, да. Как такое возможно? И, в принципе, хорошо, да, не переплавил, а пережарил, вот это главное, да. Полезная информация. Делать как бы здесь ферму пшеницы какой-нибудь, да, и увидимся, когда я ее сделаю, да. Ребят, прошло 1,5 часа, и, ребята, в принципе, ладно, да, в принципе, я также отдыхал, и... Как бы сделал вот такую вот вещь, да, сделал такую вот ферму, как вы видите, да. Оставил здесь обычную биозу и здесь сделал, ну, каменным топором, просто правым кликом понажимал и все, да, биозы, да. Вот так вот как-то это все выглядит. Здесь у нас будет что-нибудь расти, какая-нибудь морковь там. Пока что у меня ее вроде бы нету. Ну, здесь, короче, пшеницу пока что посажу. Здесь тростник, здесь будет какой-нибудь арбуз когда-нибудь. Там будет тыква, ну или тоже арбуз, да. Как-то так, ребят. В принципе, давайте покушаем, да. Я как бы, давайте возьму нормальной еды, а то это, еды мало будет, да. Быстро закончится, да. Фух, да. Давайте возьмем вот это. Да, вот это. А где мне еще еда? Я, кстати, ее что-то потерял. Вот она, наверное. Давайте ее возьмем. Ее возьмем. В принципе, как-то так, вот такое вот место. Тут дорожку сделал, листья поставил, тут немного земли взял, поровнял немножко территорию, увеличил, да. Как-то так теперь это выглядит, да, здесь сделал лес, да. То есть теперь вот такой вот лес получился, да. Конечно, деревьев, ну, еще не все выросли, да. Просто просажал, теперь здесь уже какой-то лес есть, да. И, блин, в этом лесу, если честно, будет опасно, нужно будет факела расставить. Правда, они у меня уже сейчас есть, но я пока что не вижу смысла. Пускай будут какие-нибудь скелеты, да, мне пока что кости очень нужны, да. И, ладно. Так, ну, в принципе, давайте, я не знаю, как бы,
Вот, кстати, вот, что хотел сказать. Я вот эти штучки хочу вот здесь сделать, да. У меня пока что нету магна, да, магна нету. И, ну, типа, пузырьки, это достаточно красиво выглядит, да. Так, что здесь? Что-то не так, да? Хорошо, так, в принципе, окей, мы идем. Вот здесь света внутри нету, это плохо, да. Сюда никак нельзя поставить. Я пока что думаю, куда поставить можно, да. Надо убрать вот это место, да. Я в прошлой серии вроде бы показывал это место, да. Или вообще в первой. Ну, это вряд ли, ну ладно. Давайте потопчемся, да. Иногда подвисает почему-то. Кстати, очень быстро, да. Видите, иногда это немного телепортирует, или что-то подвисает, я не знаю, как объяснить. Ну, подвисать не может. Ну, то есть, не лагает, да. Просто как-то застреваю, вот, застреваю блоки. Иногда, да, когда торчу. Ну, в принципе, как-то так тебе это выглядит, да. И хорошо, да. Давайте добудем еще пару водорослей, да. Пару флаков, думаю, можно, да. Если честно, я не вижу смысла делать эту серию какой-нибудь большой, потому что, ну, как бы вам пообещал теперь ролики делать чаще. У меня пока что получается редко достаточно делать. Тем более хочется в выходные отдохнуть, ну, думаю, сами понимаете. Сейчас я, кстати, стримить буду каждые выходные, поэтому... ну, также я буду, кстати, летсплей стримить. Ну, то есть не летсплей, а выживание стримить, да. Черепаха, окей, как будто, да. И все будет отлично, да. В принципе, я даже не знаю, что пока что сделать, да, как бы, ну, потому что, я думаю, уже можно закончить, потому что, ну, если честно, для меня времени прошло долго, пока я вот с этим возился, да, пока я это все делал. Это сейчас кажется, ну, вообще кажется то, что эту постройку сделать достаточно быстро. Я тоже поначалу так думал, но оказалось намного все сложнее, потому что ресурса вообще нету. И как бы, ну сейчас есть земля чуть-чуть, да, и так далее. Хорошо, ребят. В принципе, как-то так, ребят. Постоянно сразу за такую маленькую серию. Как бы, да. В принципе, да. Давайте, кстати, немного порыбачим, да. У меня есть удочка на везучий рыбак 2. По-моему, я ее в прошлой серии получил. И... Нет, по-моему, я не в серии. После второй серии, по-моему, я заходил только один раз, то там на чуть-чуть. А если где-то и лутал, то я не помню, если честно, да. Окей, так, давайте вот так вот порыбачим. Саян за фьезы. Как бы у меня включены все настройки, все максимальные настройки там, да. Поэтому подлагивает, да. Хорошо. Подождем. Ой. Ну окей, давай, давай. Ждем. Опа. Уже подождали. Сырая песка. Ну, я думаю, штучек 15 я добуду, и, в принципе, увидимся. Сейчас началась ночь, я, как бы, вообще не подумал, что ночь начнется. Я думаю, можно поубивать мобов сейчас, да? Потому что, ну, нужны ресурсы, да, какие-нибудь, я не знаю, кости, там, стрелы те же. Как бы, вот кости нужны, там, ну, как бы, чтобы еда была, да? Ну, хотя еды сейчас много, но все равно, да, то есть нужно сейчас это, да, накопить. Хорошо, так, давайте последнюю сейчас поймаю. Все, отлично. Что-то везучий рыбак 2, что-то особо-то не попадаются какие-то там хорошие вещи, поэтому... Ну, как-то это не особо, да. Так, секундочку, сделаю быстро, да, чтобы не так подлагивало, да. В принципе, ладно, вот я вижу два скелета. Попробуем, короче, мы их убить, да. Мы их убить, да, окей. Опа, они начали сами пвпхать, ну, давайте я добью. Так, блин, немного фризит, может быть и сильно, не знаю, да, как на ролике получится, но мне кажется то, что сильно фризит, да, но как бы с этим никак ничего не поделать, ладно, как бы, это все что ли, подождите, что-то две косточки и все что ли, то есть даже съела нету, хотя странно то, что нету съел, потому что, ну как бы убил двух скелетов, ни одной скелы не выбыло. Это же скелеты, чуваки, ну. Они же с луками ходят. Так, окей. Куриц я всю эту растительность убивать пока что не собираюсь. Блин, я думал, что это пожар, этот дом светится. Фига себе. Я не так... Это же вообще мой лес, я же его сам сделал, блин. Я думал, что это лес, и просто я уже думал в другое место куда-то ушел. Я просто не могу привыкнуть, что это мой лес. То есть я просто здесь посадил кучу деревьев, как вы видите. То есть
леса не было здесь. Можно, кстати, я на свет поставить. Не хотел что-то свет ставить, но давайте поставлю как бы. Только не на дерево, пожалуйста, просто поставим, да. Чтобы было, чтобы освещалось, чтобы издалека было видно то, что деревья светятся, или типа того, да. Хорошо, так, окей. В принципе, летсплей вам, я так вижу, очень нравится, меня это радует, да, потому что, ну, как бы я всю жизнь, как бы, снимал летсплей на других каналах, да, у меня было два канала еще, да, но я, кстати, когда-нибудь сделаю ролик о этих каналах, да, и будет все отлично. Вот как-то так, как-то это уже будет как-то круто, да, то есть вы видите, то есть тут какая-то ферма, тут лес такой свечающийся, да. В принципе, ладно. Так, подождите, давайте мобов мне, пожалуйста. Я думаю, где-то вот там они есть. Там сейчас появятся. Сейчас туда побегу и появятся, да. Окей, бежим, ребята. Ага, вижу зомби, ну сейчас я его убью, там другие заспавнятся, в принципе. А куда зомби делся? Капец. Блин, помню, где-то 2 года назад, да, когда я играл с Хелабином, короче, зомби просто так же пропал. Я подумал, ну я не заметил то, что это зомби. Я думал, что это Хелабин исчез, да. Потому что там с модом Хелабина играл. Типа, он появился, потом пропал. Издалека, потому что такое бывает. Так, где мини-зомбиана? Мини-зомбиана. Так. Окей. Я где-то слышу мини-зомбиану. Да. Я мини-зомбиана говорил еще лет 5 назад. Ну, короче, история канала началась. История каналов, да. Помню, как я первый раз начал говорить мини-зомбиана. Так, окей, где мини-зомбианы? Я реально не понимаю. Ага, в воде, наверное, да? Нет. Ладно, пофиг. Короче, вообще я не понимаю, что здесь, почему так мало мобов. Кстати, почему у меня стоит Норман? У меня должно сложное стоять. Это же нечестно, да. Я же всю жизнь на харде играл. Pocket Edition там, ну я, кстати, когда-то Pocket Edition играл. Это тоже отдельная история, да. Если я вообще когда-нибудь их рассказывать буду. Ну, думаю, на 1000 подписчиков расскажу, да. Если у меня, ну, если я не заглушу YouTube, конечно, да. Ну, в принципе, ладно, уже 100 подписчиков есть, да. Где-то, ну, почти 11% из 1000 уже есть, поэтому уже... Прогресс какой-то есть, у меня тут подлагивает, ну его нафиг, давайте отсюда отойдем. Здесь прям что-то прогружается жесткое, да. Прям реально фризит жестко, да. Короче, я думаю, на этом можно закончить. Что с коровой не так? Короче, давайте закончим. С вами был Лев, да. Подписывайтесь на канал, если впервые, если вам понравился ролик, да. Подписывайтесь, смотрите также другие ролики. В принципе, ладно, так, вот он, зомби кто-то. В принципе, ребята, на этом как бы все, да. Всем спасибо за просмотр. Давайте набьем также 9 лайков. Ну, я думаю, то, что вы 10 набьете все-таки, да. Ну, в принципе, да. Кстати, еще ставьте лайки на прошлом ролике, если не ставили, потому что ну, там всего лишь 7 лайков. Это достаточно уже мало, потому что, ну, как бы, последние ролики вообще набивали много лайков. Что-то 7 уже как-то маловато. Хотя бы 8, 9, ну, так вообще было бы круто. Ну, 7 тоже нормально, это тоже достаточно много. Все, ребят, всем спасибо. Пока-пока. But I keep you there in mind.